Поздравляю команду «Синара» с выходом в 1-4. Заслуженная победа. 7-2, нечего рассказывать и говорить. Но с нашей стороны, что плохо сыграли сегодня. Наверное, самое под моим руководством. И первый тайм, и второй. Так безобразно. Не выполнили установку. То есть тактически сегодня вообще просто команду не узнал. Я ответственность все на себя беру. И перед нашими болельщиками извиняюсь, и перед екатеринбургскими извиняюсь за то, что не дали мы такой бой настоящий, на самом деле, чтобы кубковая игра. Но ни на кого не хочу там ссылаться, на арбитров, на кого-то. Все. Мы сами виноваты. Еще раз говорю, что это плохо. Я даже не нашел в раздевалке сегодня, в принципе, наверное, перед игрой ребятам нужны слова. То есть обычно всегда так, мотивация, находим, говорим. Сегодня, видимо, не достучались, и какие-то вялые были. Но хороший экзамен получили, из кубка, к сожалению, мы выбываем. У нас есть чемпионат, в котором мы сейчас едем в Москву, играем там с «Газпромом». То есть экзаменатор отличный, и постараемся перед нашими болельщиками, так сказать, извиниться игрой хорошей уже в Москве с «Газпромом». Спасибо. Вопрос? Спасибо. Игнатьевич, вам слово. Я в свою очередь хочу поблагодарить наших футболистов за сегодняшнюю игру, за ту самоотдачу и понимание того, это кубковая игра, то есть здесь немножко ситуация, что мы перед этой игрой были с отрицательными балансами, понимали, что любой пропущенный гол для нас это будет, ну, очень тяжелая ситуация, чтобы выиграть с разницей 2 мяча. И, в принципе, то, что мы планировали, у нас сегодня получилось, особенно в первом тайме. Мы где-то забили быстрый гол. Потом провели с разницей 2 мяча, то, что нас устраивало. Но нелепый, я считаю, гол. То есть с аута, когда мы разбирали все это, готовясь к игре. Тем не менее, допустили эту ошибку, и этот пропущенный гол, он нас немножко опустил, так сказать, с небес. То есть мы начали расстраиваться, отдали немножко инициативу сопернику. Но хорошо, что мы забили, опять же, третий гол. И вернулись в игру, в то состояние, которое у нас было в начале игры. Но там уже это мастерство футболистов при забитии 4-го и 5-го. Я считаю, что мы сегодня выиграли по делу. Соперник начал пятером играть уже за практически полтайма до конца матча. Мы были готовы к этому. Очень качественный матч с нашей стороны. Никита Геннадьевич, повлияло ли то, что в воротах стоял Костроме? То есть наш бывший ребят, то есть вы знали его слабые, сильные стороны, и вот мы это дало большую историю. Повлияло на что? На такой кухне. Счет? Да, нет, в принципе, Саша Костроме, что... То есть мы особо не учитывали это, что будет стоять Саша Костроме. Наше дело было сыграть качественно именно в плане и обороны, потому что нам пропустил голову, то есть нам у нас задача усложнялась. То есть и в плане атаки мы сегодня на редкость сыграли качественно. То есть моменты, которые у нас были, практически мы их реализовывали. Я не считаю, что здесь сыграла роль то, что Саша постоянно стоял в воротах.
скажите, почему шестеро темных раз? Шестеро травмирован у нас. Что вопрос? Только все. Спасибо. Спасибо.